Очередное доброе дело в активе. Депутат Государственной Думы Андрей Гимбатов выделил средства на оборудование навеса для машин скорой помощи Волгоградского областного клинического перинатального центра номер 2. Народный избранник побывал в медицинском учреждении и осмотрел качество выполненных работ на объекте. Волгоградская область известна своими капризами погоды. Ветер с дождем или снегом – частые гости в нашем регионе. Чтобы защитить служебный транспорт от непогоды, руководство Волгоградского областного клинического перинатального центра номер 2 обратилось за помощью к Андрею Гимбатову. Просьба услышана, дело сделано. Навес отличный. Я думаю, что долго прослужит. Все довольны. Я тоже очень рад, что в очередной раз мы смогли посотрудничать с нашим перинатальным центром и такое доброе дело очередное сделать вместе. Основная задача специалиста Волгоградского областного клинического перинатального центра номер 2 – оказание медицинской помощи женщинам с высокой степенью риска развития осложнений в период беременности, родов и послеродовом периоде. Медики помогают молодым мамам и новорожденным, недоношенным детям, особенно малышам с критически низкой массой тела, которые родились как в перинатальном центре, так и в других учреждениях региона. Учитывая осадки, учитывая то, что машина постоянно выезжает на вызовы, спасибо, что помогли с навесом. Теперь машина чистая, осадки не попадают. Можно в любой момент выехать на вызов и оказать помощь.